этого заболевания у себя не нахожу. Вообще здорово. Ну вот просто могу сказать то, что вот я этим достигла. Потом мне наладилась работа, мне наладилась самооценка. Не могу чего наладить на жизнь таким образом. Вот того, что у меня наладилась обладательность, у меня появилась работа, вот так, как я хочу. А последние вопросы были очень интересные. Должна была в лагерь ехать вот, с инфекционной болезнью. Я на лагере заработала за один день. То есть намерение было такое, что... Не намерение такое было, но вот все время она сказала, что тебе надо ехать, то есть это было так, хоба, вот и вся сумма, точная сумма, сколько мне надо. Она упала, мне хватило на товар, мне на то хватило, на все хватило, ребенку хватило отдать. Но это все было за два дня так, хоба, приехала. За два дня так, нахуй. Я должна ехать. А вот иногда бывают такие вот вещи. Я вот тоже на одну учебу, но не саентологическую, там она была с выездом, там где-то в пансионате. Я тоже так, эх, ну как же хочется. И мне в этот день просто реально дарят сумму просто вот на, вот, причем именно вот под задачу, на и езжать. Я так, о, вот это да. У меня было удивительно открытие в лагере, тоже могу похвастаться. Открытие было следующее. У меня был, я там начала вот в КСХ, вот в курс профессионального учебного. И мне дали в напарнике на ТУ мальчика, один следующий. Да. Я вот примерно с таким же, твою мать, что с ним делать? И вообще, что мне вообще делать? Я в таком гниле, в таком во всем жизни. Блин, я его пинаю, вот как взрослая тетя, он меня боится, как взрослая тетя. Я заберусь от взрослой тетя. Я там, ну вот, с таким возмущением мог, что ты не сидишь, что... Ну, самый кайф был, что, чем меня это научило, и какой был, что я поняла, что все настолько в жизни относительно наш возраст, наши взаимоотношения дети-родители, потому что к концу процесса мы были равны. Я не видела в моем ребенке, он не видел во мне тети. Мы были две души, два духа, мы были одинаковые, абсолютно равнозначны. Мы общались на равных, и вот у нас там упражнение высший инструктаж, знаете, вот это? Он меня водил как-то, вот, у меня было ощущение, что у меня вот взрослый, сильный мужчина, он меня брал, и я понимала, что из этих лап я вырваться не могу, потому что он меня мог обхватить, тем не менее, он вот так это делал, вот, и он мог там, например... То есть в тон 40 он входил без проблем? Нет, сначала в мои объемы, а потом он перестал пугаться. Он вошел в работу, он вошел в раж, и он еще менять мало. То есть это там, он мог начать орать. Причем мы совершенно на равных.